Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что очень тяжелая и принципиальная игра была, потому что, несмотря на то, что у нас были сделаны 6 замен по сравнению с последней игрой, и дали возможность некоторым ребятам отдохнуть, некоторым проявить себя в этом кубковом поединке, потому что очень важная для нас была игра в плане того, что мы хотели продолжить весной участвовать в розыгрыше кубка. И сегодня так сложилось, что команда «Минай», с которой мы встречались в чемпионате, нанесла нам поражение. И мы хотели и реабилитироваться этой игрой, и пройти дальше в самом Кубке Украины. Команда очень тяжелая в плане игры, и они достаточно уверенно и неплохо выглядели в последних играх. И нам тяжело было с ними, и очень видите, как тяжело складывалась игра, но быстрый гол где-то, может, нам дал и психологическую, и уверенность в игре, и достаточно... Было много сегодня борьбы, которую мы старались выиграть, и на этом нацеливали ребят, потому что по таким погодным условиям, на таком поле, может, где-то комбинировать было тяжело, но мы постарались немного упростить игру и дать возможность проводить больше атак. Ребятам сказали больше играть через фланги, больше играть за линию обороны соперника, проводить быстрые атаки. То, что нам удалось в сегодняшней эре.